очередное чудо нашей мастерской. На базе стернской рамы весом 1,7 килограмма собрали такой гоночный велосипедик. Жесткая ригидная вилка, очень легкая, спереди клещи, потому что по дисковой тормоза крепления нет. Ну, обычная механика, соответственно, будет сзади легкий широкий руль, прикольные грипсы BMX-ерские, подбирали под цвет. Разборная система, сверхлегкие педали, вес одной педали всего 100 грамм. Титановая ось, магниевый сплав, самые легкие педали, которые я смог найти. Сзади недорогой переключатель SRAM, сзади 29-е колесо, то есть широкий обод на промподшипниках под кассету. Спереди обычное вибрейкерское колесо на шарах. И швальба-каяк по крышечке. Такие мощные, широкие. Хорошо их раздуло. Карбоновый подсидел. Сидушка, видимо, больше похожа на гоночную. Беленькие тросики здесь, красненькие здесь, черненькие там. Такой разнообразный, яркий велосипед. Очень быстрый получился по накату. Обалденно. Вот не знаю, продавать его или предлагать людям в прокат. Kissing my mind.